Всем привет! Итак, у нас сегодня в гостях вот такой вот товарищ. Собственно говоря, не в гостях, а в собственности. Китайский усилитель Ауна. Ну, вот так вот это все выглядит. Регулятор громкости, регулировка басов высоких. Ребята, бас посередине, как раз щелчок происходит здесь. Ну, китайцы, что сказать? То есть немножко, видите, смещение от центра происходит. Хотя по щелчку это как раз позиция центра. Значит, возможность подключения Bluetooth, AUX, DVD, CD. Сейчас покажу, как этот товарищ выглядит сзади. Вот такие клеммы. Так, и вот здесь вот колокольчики можно подключать и включать-выключать питание. Что касается этого китайского товарища. Во-первых, это модель Auna AV2-CD508. Так, по-моему, была модель, если не ошибаюсь. Точнее, она будет в названии видео. Сейчас точно не помню. Могу ошибаться на какую-то циферку. Вот. Какие технические параметры этого усилка? Ну, во-первых, весит этот товарищ 3,2 килограмма. Есть пульт. Что касается мощности, заявленная максимальная мощность 600 ватт и выходная мощность заявленная 125 ватт РМС. Но, ребята, не указано, эти 125 ватт РМС это на один канал или это на два канала, то есть 2 по 125 ватт. Вот, но при этом хочу сказать, что, ребята, на Ямахе NS3 пятерки на половине громкости, чуть больше, достаточно громко. Я особо громче делать не буду, потому что действительно становится громко. Вот, и я не могу вам сказать точно, доходя до максимума, будет ли там, допустим, то есть вот мы, смотрите, мы будем слушать вот где-то вот, сейчас я уберу свет, чтобы вам было видно, мы будем слушать где-то вот так вот, ну, до половины, а максимальная громкость идет вот так вот. То есть на максимум я выкручивать не буду, потому что будет чересчур громко. Но вот где-то на половине с телефона мы вполне послушаем. Вот, поэтому я не берусь судить, ребята, какая у него реальная выходная мощность. То есть заявлено 120, максималка 600 ватт, мощность РМС 125 ватт. Только непонятно, это 2 по 125 ватт или это 125 ватт на два канала. Но играет он достаточно громко, уже на половине громкости. Вот. Оперируемое сопротивление акустики составляет, значит, сзади написано с 8 до 16 Ом. А на сайтах написано с 6 до 16 Ом. Вот и кому в данном случае верить. Но, тем не менее, я поставил 6-омный Yamaha. Yamaha NS3 пятерки, ребята, вы все знаете. Номиналка 100 Вт, максималка 250. Значит, диапазон с 35 Гц до 35 кГц. Вес одной колонки около 20 килограмм. Вот, слушать мы будем без накрутки и MP3 с телефона. И давайте переходим от болтовни к прослушке. И, ребята, слушать мы будем разную музыку. Итак, начинаем. Сейчас, секундочку, у меня тут уже как раз прям вырубилось. Я возьму пульт. Это порой, это может быть достаточно громко. Сейчас посмотрим. Thank you.
моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так легко, так тепло. И для нас целая вселенная. Загляну в глаза твои глубоко. Там красота необыкновенная. Чувствую силу около тебя. Мой мир, мой стимул. Так каждый день, и что бы там ни было, где бы меня ни носило, я обратно лечу к тебе. И снова эти объятия на двоих. Для меня не бывает дороже их. И снова утону в глазах твоих. Ведь я без ума от них. Я утону в глазах твоих. Поделим на двоих все наши дни и ночи. Я утону в глазах твоих. Мне никуда без них. Без них я обесточен. Я утону в глазах твоих. Слушай, как правильно? Молли или Малли? Молли. 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 Окей. Я под окном, твои расстались по утрам. В голове.
would stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So on your voice, like you screaming so loud. I'm bumping, pushing.
keep it low, cause we both want the silence. Better check my phone, not the time that you be calling. Every night I hit night, click slide, click drive. Girl, you pull me in just like a rip tide. Oh, that's a rip tide. Ну что, ребята, подводим итог. Слушайте. Так, посмотрим. Ага. Нормальненько так. Так, это китайский усилитель Auna. На акустических системах Yamaha NS3 пятерки. И слушайте. Ну, мои впечатления, мое мнение. Но, ребята, на этом усилке Yamaha запели совершенно по-другому. Они чуть-чуть потеряли в яркости середины, немножко. Но слушайте, у них проснулся бас. Он пошел такой сочный, смачный, такой ударный, которого не было на некоторых других усилках или ресиверах. То есть вот на Ауне у Yamaha пошел такой прикольный, сочный, смачный бас. Я думаю, конечно, в большей степени это, наверное, из-за того, что у Ауны, наверное, я не знаю, я предполагаю, наверное, низкий демпинг-фактор, то есть очень низкий контроль баса. Поэтому бас получается таким именно длинным, из-за этого сочным. Вот. То есть не скажу, это там хорошо или плохо, но на мой вкус это круто, мне понравился этот бас. Вот. Ну, а, собственно говоря, что касается по мощности, то есть вот заявленная мощность 125 Вт РМС, только непонятно, это на два канала или на один. Но, ребята, я скажу, на половине громкости в квартире уже громко. Уже соседям такая громкость не понравится. А мы даже не пытались выкручивать больше половины, при том, что у нас настройки все идут по нулям. Вот. Но даже, допустим, если это китайский усилок, и он под конец там громкости будет подпердывать, но все равно, ребята, до трех четверти это солидная громкость. Вот, так что для квартиры и, в принципе, даже для частного дома громкость этого усилка вполне хватает. Вот, но это лично мое мнение. Вот, а вы высказывайте свое мнение в комментариях, пишите, что вам понравилось или что вам не понравилось. Вот, понравилось видео, ставьте лайк. Кто не подписался, подписывайтесь, и будем смотреть еще много чего интересного. У нас впереди еще другие китайские усилки. Все, ребята, всем пока-пока.